Когда-то государство Израиль, а именно Бен-Гурион построил, вот когда-то Бен-Гурион построил государство Израиль. Он построил его в песках, на пустом месте создал. Они сажали каждое деревцо, и каждое деревцо вырастало под присмотром. И оно выросло такие. И там есть рощи. Я видел это своими глазами. И это оправдано. Они создали себе целый мир. Мир, в котором можно жить, в котором есть вода, в котором есть, рождаются дети и все. Значит, если то же самое произойдет в Сочи, то это хорошо. Если Олимпиада создаст мир для жителей Сочи, для этого региона создаст удобные условия, это хорошо. Спорт сам по себе хорошо. Я очень надеюсь, честно, я очень надеюсь, что она пройдет спокойно, без скандалов. Либо ее надо отменять, было бы, либо вот бойкотировать, ну, это глупо. Уж давайте уж, приезжайте и катайтесь. Ну, я надеюсь, что ничего не обрушится, и все будет хорошо. Про деньги, ну, это много, наверное. Я не мыслю такими категориями, поймите. Я не понимаю, сколько это стоит. Наверное, не стоит это. Ну, что комментировать? Они воруют, но мы комментируем. Не надо тратиться на это.